В эту среду вступила в силу пенсионная реформа. За нее Кабмин боролся почти год. Это решение можно разделить на две части. То, что касается будущих пенсионеров, и то, что должны почувствовать пенсионеры нынешние. Прибавка к выплатам была обещана большинству из почти 12 миллионов украинских пенсионеров. Кто и сколько получил по факту? Довольны ли люди новыми суммами? И вообще, успели ли чиновники правильно пересчитать пенсии для всех тех, кому должны были это сделать? Наверняка именно такими будут главные вопросы следующей недели, когда деньги дойдут до всех наших граждан. И мы обязательно постараемся выяснить правдивые ответы на эти вопросы. Впрочем, уверен, точно тем же будут заниматься и в правительстве. Если уж Владимир Гройсман назвал эту реформу одной из главных своих задач на посту премьера. На следующей неделе обязательно обсудим. Для мене особисто це було справа честі. Розпочати процес відновлення справедливості. І тоді, коли я говорив про те, що якщо пенсійні зміни не будуть проведені, і люди не зможуть отримати підвищені пенсії, я піду у відставку, я не жартував. Я не хотів і не хочу працювати у владі, яка байдуже до проблем людей. Тому я радий тому, що нам вдалося прийняти надзвичайно важливе рішення. Ми будемо йти далі.